А теперь информация для получателей пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отделениями социальной защиты населения Ингушетии проводится перерегистрация получателей данного пособия. Такая необходимость вызвана тем, что с 2017 года социальные выплаты осуществляются исключительно на банковские карты платежной системы МИР. Для перерегистрации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства с номером счета, на который в дальнейшем будет осуществляться перечисление денежных средств. Время, отведенное на перерегистрацию, ограничено до 1 марта 2020 года. Надеемся, что граждане, получившие указанное пособие, обратятся, обязательно явятся с необходимыми документами и помогут вам своевременно провести перерегистрацию. Необходимый перечень документов – это паспорт, оригинал, свидетельство о рождении ребенка, оригинал, снился на получателя ребенка, реквизиты из банковского счета любой кредитной организации.